Я бортовой компьютер корабля «Куран-2». Проверяю запас топлива. Все в норме. Видимых повреждений корпуса не обнаружено. Система жизнеобеспечения в норме. Нам предстоит выполнить очень важное космическое задание. Сброс. Свободное падение. Свободное падение – это страшно. Включаю двигатели. Выхожу на орбиту Земли. Выполняем стыковку. Стыкуйся. Света. Есть касание. Отлично. Стыковка выполнена. Геотаймер. Груз приняли. Спасибо. Я Заря. Держите курс в лоу. Ожидайте инструкции. Уран-2, я Луна. Выполняйте посадку. Вау. Включаю маневровые двигатели. Прямо по курсу – филиал Мемориального музея космонавтики на Луне. Давайте его посетим. Говорят, в нем работают роботы-экскурсоводы. Здравствуйте! Позвольте представиться, меня зовут Фос. Я ваш экскурсовод. Первый раз на Луне? Я вам тут все покажу. Видите, сверху Земля, а под ногами Луна. Смотрите, не перепутайте. Мы начинаем экскурсию с советского беспилотного космического аппарата «Луна-3». В 1959 году он первым получил снимки обратной стороны Луны. А в 70-м году на Луну был отправлен автоматический модуль «Луноход-1». Он первым проехал по поверхности Луны и успешно выполнил все научные исследования. Перед вами экспонаты американской лунной программы. В 1969 году экипаж экспедиции «Аполлон-11» первым ступил на поверхность Луны. А экспедиция «Аполлон-15» использовала для перемещения двухместный луноход «Ровер». А теперь давайте проверим, что вы знаете про космос. Сколько колес у аппарата «Луноход-1»? Чему равна сила тяжести? Сколько километров проехал «Луноход-1» по поверхности Луны? Ну, результаты не очень. Вам нужно посетить наши уроки астрономии. Ой, вы слышите? Это сигнал СОС. Летим скорее, там кому-то нужна наша помощь. Вот, мы на месте. Смотрите, сигнал СОС подавали эти роботы-разведчики. Они собирали пробы лунного грунта и, наверное, заблудились. Давайте их спасем. Этих роботов нужно доставить на завод по производству гелия-3. Перевожу роботов на ручное управление. Наша задача – отвезти их как можно быстрее. У них почти нет энергии. Погнали! Медленно, давай. Рвет с места просто, нереально. Так скоростно. Вперед! Ой, себе, он у меня прыгает! Да. Главное вот это, бетономешанка, бешмешанка. А, давайте продолжим нашу экскурсию. Обалдели! А знаете ли вы? Уран-2, я Луна. Поступило срочное задание. Держите курс, планета Нептун. Я Уран-2. В районе Сатурна попал в астероид. Уклонение невозможно. Включаю боевой режим. Сбивайте метеориты! Опа! Давай еще! Цель уничтожена. Внимание! Плотный метеоритный поток. Угроза повреждения корабля. Даю поправки на курс. Вниз рулите! Я Буран. Задание выполнено. Астероид Апофис уничтожен. Все системы корабля в порядке. Самочувствие отличное. Земля? Да, Земля. Я Земля. Своих.